Поскольку жизнь ребенка – это игра, а составляющие его жизни – это игрушки. И сегодня мы с вами сделаем небольшой обзор игрушек для детей раннего возраста. Сегодня тоже мы снимаем видеоролики. Смотри, у меня есть палочка, да? Давай, я буду держать палочку, а ты поможешь надеть мне резиночки на палочку. Поможешь? Давай. Давай, 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 помогай. Молодец, давай еще. Еще. Молодец. Получается? Получается. И будешь сама одевать резиночки. Давай сейчас. Молодец. Сколько здесь? Одна? Одна. Давай еще. Молодец. Давай, давай. А теперь сколько? Сколько вы сидите? Много, да? Много. Молодец. Молодец. Еще. Молодец. А какого цвета этот червячок? Красный. Красный, умничка. Посмотри, ты справился с заданием? Освободил яблочко от червячков? Молодец, умничка! Это тут нам зачем нужно все? Это мы решаем. Решаем? 4 плюс 3. А если это сделать пример с задачей, как это будет? 7. Вот придумайте-ка задачку. 7. Вот у нас... 7. Со словами 7. Было и стало. 7. Ну, Миш, ты начал, давай. Было? 4. 4 чего? Ну, давайте не снежинки, а вот что хотим. Снеговика. 4 снеговика, или как придумала. Дальше что сделали еще? Что произошло? Пришли к ним в гости. Построили. Еще три снеговика. И какой вопрос мы зададим к задаче? Сколько стало снеговиков? Сколько стало снеговиков? И сколько всего, да? У нас всего снеговиков? Что получилось? Еще раз. Суп. Суп. Молодец. Так, ладно, сейчас тогда другой загадаем. Так, сейчас я посмотрю, где что. Ага, готов? Каша. Так, ладно, сейчас. Внимание, кто еще готов? Суп. На первом этапе главная задача познакомить ребенка с определенным цветом, да, то есть в рамках цветовики. Например, желтый. Самый для ребеночка какой? Солнышко желтое. Поэтому я и говорю, смотри, это желтый, как солнышко. Все, давай положим шарик, все, полюбуемся на него. Но там у меня еще есть потешки с этим связаны, да, желтым шариком. Затем, после того, как мы познакомились, например, я могу предложить малышу показать мне желтый шарик. Давай найдем. Желтый шарик. Желтый. Вот так, молодец. Давай домик найдем для нашего шарика. Красивый желтый шарик. Как солнышко. Солнышко. Солнышко.
А теперь мы можем, например, как яблочко найти. Это как яблочко, красный шарик. Посмотри на него. Давай покатаем его в руках. Вот какой. А можно еще вот так покатать. Запомнил, какой цвет? Красный. Молодец. Давай рядом с желтым положим. Также можно заветно взять справа, слева. Да, без разницы, внизу. Да. Там усложнить можно до подготовительной группы, в принципе. То есть мы потом можем желтый, красный. Вот какой он там прекрасный, например. И давай теперь положим еще один желтый шарик. Положи рядом. Рядом с каким шариком ты положишь? С красным. Красным.